полчаса. Вот в кургане чудеса. Рубль 30 наш тариф от компании «Мотив». Тарификация Next Free от «Мотива». До 30 минут одного разговора внутри сети всего за 1 рубль 30 копеек. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Анастасия Лемайкина. Мобильный партнер прогноза погоды – оператор сотовой связи «Мотив». Общайтесь без ограничений с новым тарифом Next Free. Внутри сети вы платите только за первую минуту разговора. Со второй минуты звонок бесплатный. А теперь о прогнозе синоптиков. Предстоящую ночью над Уралом расположится антициклон, так что облаков будет немного и существенные осадки маловероятны. А вот днем в регионе скажется влияние циклона, который несет к нам согретые гольфстримом воздушные массы. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске пройдут кратковременные дожди. Температура днем плюс 20-23, в Тюмени около 18 тепла. В Кургане ночью переменная облачность без осадков. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 5. Днем в Кургане облачно, пройдут кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21-23. Атмосферное давление будет слабо падать. 25 мая солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь. С вами удачи!